Ну что же, мы вернулись на Исфару. В принципе, никуда и не уходили, потому что только что закончилась первая игра между Арсеналом и Блэкбулом в 1/8 Лиги конференции. Со счетом 3-2 Блэкбул победил. 5 голов увидели. Королюк, Панченко, и Панченко мяч забирает. Сейчас все еще с оттенками прохлады. Теплая погода, удар от Глинского. И подбор за Поповым. Попов бьет. Есть вбрасывание. И удар от Жмурко. Мяч над перекладиной пролетает. Соперника, и 3-2 атака может возникать у Блэкбула. Передача Королюк, надо решать и завершать. И он очень долго с мячом и с ленточки вытаскивает Лебеденко. Но подбор за Такташевым и снова спасает. Но теперь Панченко, подбор. Полига, удар. Высоко. Вот справа из подключения, но потеря. И очень здорово Павленко разбирается здесь. Наконец-то темп в игре появился. Удар, гол, 1-0 и общий счет 4-2. Ну, преобразилась игра, на самом деле, с появлением Такташева, с появлением на поле свежих футболистов. И Терминас Ян забирает мяч. Полига. И опять можно на Королюка отдавать. Теперь не перехватывает никто. Бьет Королюк, 2-0. Снова Блэкбул забивает. Ну, 5-2 общий счет. Глинский. Хороший пас вперед. Щебетун. 1-1 здесь против Панченко. И как этот удар не стал голевым. Снова Арсенал идет вперед. Здесь фолит Такташев. Разбег. Заброс. Кулаком выбивает Терминасьян. В принципе, передачу, но не спешит Щебетун. Обыгрывает один в один. И дальше пас все-таки последовал. И острый угол, прострел, еще один. И выбит мяч подальше от штрафной. Теряет мяч в центре. Бежит вперед Арсенал. И желтая карточка. Назаров. Заброс мяча вперед. Хорошая игра от защиты. Такташев. Удар. Мимо. Хорошо забирает Глинский. Глинский пас на Щебетуна. Удар. Спасает Петр Чех. Только защитник там же. Королюк. Удар отбивает Панченко вновь. Рябоконев. Королюк. Прострел, удар и гол. Все-таки мяч в воротах. 3-0. И общий счет 6-2. Она заканчивается. Кирсанов забирает. Ну, надо завершать. Завершает Королюк. 4-0. 7-2 общий счет. Может бить. Удары. Панченко отбивает. Кирсанов. Прострел. Королюк. Еще удар, и снова Панченко. И удар головой. И снова сейв. Но правда теперь... Розыгрыш. Кирсанов. И бьет Королюк. Нет, такое точно не берется. Такое точно не берется. 5-0. Вот интересно, если Арсенал сейчас предложить закончить на этом, согласится ли Арсенал? Но все равно прошла эта передача на Кирсанова. Кирсанов делает диагональный пас и удар пяткой. Панченко опять спасает. Знаете, Панченко сегодня лучше. Конечно. Да вот почему нет призов лучшего? Он лучше 100%. Так, тайм окончился. Узнаем, окончился ли матч. Проиграем 5-0 сейчас. Вот как вариант. Вы не устали, пацаны? Блэкбул. Блэкбул побеждает и остается в Лиге конференции. Спасибо командам за игру.